ММА – это вид спорта, в который приходят спортсмены из различных видов единоборств. Смешанные единоборства азербайджанская спортсменка Тунзали Ималны пришла 4 года назад из армрестлинга. Нечасто представителей этих поединков можно встретить в микс-файте. Именно так еще называют смешанные единоборства. Придерживаясь определенной программы, заданной тренером, Тунзали начала познавать новый для себя вид. Попробовать себя в ММА Тунзали Ималны предложил ее первый тренер Акшин Бабаев. Я пришла в зал. Он говорит, чисто ради интереса попробуй. Пришла в зал, дал перчатки мне, запустил зал. Я просто повторяла за ребятами. Было тяжело, я не знала, что такое ударка, я не знала, что такое борьба. Вообще никогда в жизни этим не занималась. Вот, по чуть-чуть ребята помогали мне. Ударку подтягивать, борьбе учили. Вот, было тяжело, конечно, очень тяжело. То есть с нуля начинать ММА. Совсем скоро ее ожидает очередной поединок против представительницы Грузии Софии Багишвили. В их прошлом бою Тунзали одержала победу, и ее соперница жаждет взять реванш. Тунзали усердно готовится к ответственному поединку, отрабатывает удары и верит в свой успех. В Тбилиси выиграл я техническим нокаутом в 3-м раунде. Вот, бой будет в сентябре, в начале, в середине. Она попросила реванш, я согласилась. Свой последний поединок Тунзали провела в Кыргызстане. Там она выиграла пояс в весовой категории 55 килограмм. Одним из главных аспектов является постоянное поддержание хорошей физической формы, которая служит главным фактором побед. Как всегда, ударка и борьба, это партер, это все вместе. Также идут усиленные тренировки по кроссфиту, выносливость. Вера в себя и тренировки – это то, что помогает выиграть в любом непростом бою. Именно они присущи Тунзали, которая будет продолжать достойно представлять свою страну на международной арене в самых сложных поединках. Имин Ахмедов, Намик Гасанлы, CBC.